Всем привет и слава Украине. Передача «Новости Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гела Васадзе. И сегодня у нас традиционный обзор итоги недели дипломатии с хорошо знакомым и любимым нами Валерием Чичилашвили. Приветствую, Валер. Рад тебя очень видеть. Рад видеть тебя, Гела. Героям слава. Приветствую наших зрителей. Очень рад всех вас видеть. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Это нам помогает в работе с нами. И это нам интересно. И давай выдадим зрителям небольшую, но важную тайну. Ты подключаешься из моего родного города, и, как ты сказал, уже из твоего тоже, из Батуми. Как погода в Батуми? Ну, с утра было лучше, сейчас немножко пасмурно, но погода нормальная. Ты знаешь, у нас потеплело. Вот у нас потеплело сейчас. Конечно, март, гижи март и все еще продолжается, но вот потеплело и да. Есть. Валер, вот как это ни странно, но мы с тобой не обсуждали тему, которая стала центральной. Причем, ну, я ее обсуждал уже практически со всеми моими спикерами, и у каждого своя точка зрения, это понятно. Понятно, что самый большой теракт, который совершается в течение уже более 2 лет, совершает Российская Федерация. Это государство-террорист, которое постоянно терроризирует. Но все равно фокус СМИ и мирового общественного мнения и так далее и тому подобное. Эту неделю был сосредоточен на теракте, который произошел неделю назад в Крокус-Сити-Холле. Погибли абсолютно невинные люди. Что это было? Как ты оценишь? Наверняка ты тоже об этом думал, наверняка ты тоже, тебе тоже есть свои соображения. Я об этом, конечно, думал, и я согласен с твоей оценкой, потому что к государственному терроризму России уже все привыкли. И как это ни страшно звучит, но, значит, то, что после обстрелов там Одессы погибли там 4 марта, например, погибло 5 детей, и при последующем обстреле тоже погибли дети, и это, собственно, происходит не только в Одессе, но и в Харькове и так далее. Вот эти акты государственного терроризма, они не такой вызвали резонанс в мире, как то, что произошло в Крокус-Холле в Москве 22 марта. Вот. Ну, наверное, еще и потому, что в Москве это долго не происходило, и в России таких вещей. Вот. И это многими было воспринято как начало какого-то нового этапа, какой-то новой ситуации, развития новой ситуации в Российской Федерации. Ну, по поводу того, что произошло в Крокус-Холле. Ну, во-первых, я солидарен, конечно, с теми оценками, которые говорят о том, что это терроризм, это совершенно неприемлемый террористический акт. Да, и понятно, что наши соболезнования всем погибшим там и так далее, потому что ничем нельзя оправдать убийство ни в чем не повинных людей, которые просто никому не мешали, в общем-то, и вот так потеряли собственные жизни, это не обсуждается. Да? Понятно, что террористический акт ничем не может быть оправдан. Вот. А по поводу того, что произошло, есть много мнений, и я склоняюсь к мнению тех экспертов, которые считают происшедшее в Крокус-Холле результатом противодействия, противопоставления и конфликта внутри силовых ведомств Российской Федерации, особенно в ФСБ. Потому что столько каких-то несуразностей, столько ошибок, столько вот каких-то непонятных, труднообъяснимых вещей, которые произошли вокруг этого, значит, этого террористического акта, значит, другими обстоятельствами объяснить очень тяжело, потому что если бы, например, службы ФСБ России и остальные силовики России, да, были бы консолидированы, подчинялись одной воле, одним указаниям и имели целью одни и те же приоритеты, значит, мы такой катастрофы в Крокус-Холле бы не увидели. Еще, значит, косвенно на это указывает еще и то, что президент Российской Федерации в течение 19 часов молчал.
И это меня наводит на мысль о том, что, наверное, в течение этого времени разные люди, которые были вхожи к президенту Российской Федерации, предлагали ему разную трактовку этих событий. И он никак не мог определиться с тем, что выдать, какую версию в конце концов, и как это все представить, так сказать, общественности. Поэтому и здесь вот мне кажется, что это косвенно указывает на то, что единство в этом смысле, вообще в политической элите и конкретно среди силовиков России сегодня нет. Вот. И кто-то пользуется такими террористическими там, вылазками, там, каких бы то ни было. Но в данном случае понятно, что это, в общем-то, исламское государство, и они очень доходчиво объяснили, да, эти самые спикеры. Извини, Валер, непонятно, что это исламское государство. Непонятно. Ну, потому что тот же Руслан Айсин, вот сегодня у меня на канале, я понимаю, что ты просто не успел посмотреть, очень доходчиво объяснил, что это не могло быть исламским государством. Вот то исламское государство, которое в нашем представлении, это не мог быть ИГИЛ. Ну, может быть, я этот эфир не смотрел, и я небольшой специалист, не самый большой специалист как в области там анализа исламского государства, но те объяснения и, значит, та мотивация, которая была изложена исламским государством, что это, значит, в контексте этот террористический акт произошел, был организован в контексте вот этой антиисламской войны, которую ведет Россия вместе с другими участниками, в том числе были перечислены Чечня, Сирия и так далее. Вот. Ну, это мне показалось вполне русле, так сказать, вот, политических преференций и мотиваций исламского государства. Мне так показалось. Во всяком случае, и те люди, которые там участвовали, да, они тоже как минимум так сказать, имели отношение к этому движению. Это, ну, по-моему, это так видно. Но что бы мы ни говорили, да, теперь, значит, факт остается фактом, что, и этого никто не отрицает, что российские спецслужбы владели определенной информацией в связи с этим террористическим актом. И в том числе информация, которую им передавали западные спецслужбы. И даже некоторые люди были арестованы по следам этих сообщений и информации западных спецслужб. Одновременно с этим, значит, на собрании в ФСБ на каком-то мероприятии, да, Путин открыто говорил о том, что это провокации, направлены на то, чтобы ослабить Россию, запугать российский народ, что это несерьезно и так далее. Да, вот смотри, какое противоречие. С одной стороны, пользуясь этой информацией, какие-то аресты происходят. С другой стороны, претензия на то, что на самом деле это практически дезинформация, как он сказал. Ну, по-другому это нельзя прочитать, да? Это направлено на то, чтобы ослабить Россию, разобщить нас. На самом деле это несерьезно. Значит, это косвенное обвинение западных спецслужб в том, что они пытаются дезинформировать руководство России. А потом как? Потом оказывается, что нет, никто никого не пытался дезинформировать. А произошло то, о чем предупреждали эти западные спецслужбы. Но эта информация, которая поступала в российские спецслужбы, разные, так сказать, части этих спецслужб, они воспользовались конкретно в собственных интересах, а не в интересах российского государства, как это там понимается в более широком смысле. И я, честно говоря, вот другого более стройного объяснения всем этим фактам, которые произошли 22-23 марта в Москве, значит, найти не могу. Ну, и опять же, без всяких претензий на то, что, так сказать, я сейчас излагаю истину какую-то в последней инстанции, есть много экспертов, которые гораздо лучше владеют темой и могут, наверное, предложить более стройную теорию, но еще, значит, тут что еще интересно, то, что это был блицкриг это был, понимаешь? Вся эта операция, она продолжалась, она началась без 5:08 по местному времени и закончилась 20:13. Некоторые называют 20:11. То есть она 16-18 минут продолжалась.
значит, и потом через вот 16-18 минут, значит, террористы убили там до 150 человек, подожгли Крокус-холл, спокойно удалились, сели в машины и уехали. И проехали несколько сот километров. И они ехали не к украинской, а к белорусской границе, как оказывается, потому что Лукашенко сказал, что они хотели пройти через белорусскую границу, а мы их типа отбросили обратно, не дали им пройти. Тоже, кстати, непонятно. Если белорусские спецслужбы находятся в тесном контакте с российскими, то почему бы их не пропустить через белорусскую границу или схватить там где-то на этой белорусской границе? Нет, они их отбросили, а потом... Зачем нужно было вообще их до этого доводить? Вообще нужно было зачем? Мы из Москвы бы не выпустили. Да, окей, но я другое хочу сказать. Это показывает несостоятельность аргументации российского президента, который говорит о том, что было организовано окно на российско-украинской границе, и туда стремительно, так сказать, стремились попасть эти террористы. Это опровергает Лукашенко эту идею о том, что они туда на самом деле ехали. Они там оказались, потому что он не пропустил через белорусскую границу. А лучше, так сказать, другого более серьезного аргумента в пользу того, чтобы приплести к этому, как-то вот притащить за уши, так сказать, к этому Украину, другого более весомого аргумента мы не услышали, да, ну и сам этот аргумент малосостоятельный. Ну, через там линию фронта они что, пробивались через линию фронта? Это же не окно из Германии в Швейцарию, которую Штирлиц организовал для... Профессор Шлак совсем не умел ходить на лыжах. На лыжах, да. Вот, поэтому вот так, я не знаю, насколько интересно было там тебе или нашим там слушателям выслушать эту мою точку зрения, но... Я думаю, что это проявление каких-то внутренних противоречий, которые сегодня есть среди российской политической элиты и среди, в том числе, российского вот этого элемента там, компонента силовиков. Вот. И если это так, то мы это будем продолжать наблюдать. Значит, да, и значит, нас, я думаю, что это не конец. Мы еще увидим продолжение этой истории. Это точно не конец. Я сразу же вспоминаю несколько, ну, как бы мемов по этому поводу. Во-первых, если обнаружен труп и в районе орудует серийный убийца, а на трупе явные следы почерка этого серийного убийцы, то с большой степенью вероятности мы можем сказать, что это труп на совести этого серийного убийцы. Ну, да, это напрашивает. Это факт. Второй факт. Главное во время следствия не выйти на самих себя. Очень много нестыковок, и эти нестыковки, те, которые, кстати, вот почему-то очень многие дружно говорят о том, что это ИГИЛ, и это ни в коем случае не Кремль, это ни в коем случае не российские силовики. А почему они так говорят? Почему они так считают? Мне тут доказывали, что, оказывается, спецслужбы не могут организовать такой теракт. Это сверхсложно. Ну, Валер, ну согласись, что эти таджики, которым нам показали, они не могли этого сделать. За 16-18 минут убить столько народа и еще и поджечь так, чтобы рухнул потолок. Ну, Агаларовы же не из папье-маше строили этот Крокус-холл, согласись. Да, нет, дело, я даже не собираюсь с тобой вступать в этом смысле. В нет, я просто для того, чтобы для полноты картины. И самое интересное, да. Когда мы говорим про ИГИЛ, ты когда-нибудь видел исламского террориста, который совершает теракт, потом говорит, а что я сделал? А таджик в больнице спросил, я не понимаю, что я сделал. Это исламский террорист, он идет на смерть. И который во время теракта ни разу не сказал, что велик Господь. Я таких террористов не видел. И их невозможно увидеть. И очень много таких нестыковок. Но вот теперь вопрос, почему нас убеждают, что Путин ни при чем? А ведь нас в этом убеждают, нас к этому подводят. Кто угодно, только не Путин. Кто угодно, только не это самое. Не потому ли, что это одно из целей этого теракта заключается просто показать западному обывателю, что Украина – это пособник исламских террористов. А вот мы, Россия, стоим на страже традиционных ценностей. Мы белые люди, и мы должны объединиться, белые христиане должны объединиться против ислама.
Может быть, в этом цель? Если бы это была цель дела, то можно было бы сфабриковать гораздо более убедительно эту версию и с опорой на какие-то выдуманные там или какие-то там сфабрикованные факты попытаться более стройно доказать причастность к этому Украины. Но реальных-то фактов никаких мы не увидели. Кроме того, что основная мысль-то в чем заключалась, что вот они ехали по направлению украинской границы, там было организовано огонь, поэтому украинцы в этом виноваты. Более там, кроме этого, никакого объяснения мы, во всяком случае, я нигде ни в каких эфирах больше ничего такого не слышал. И если бы они действительно организовывали, да, вот, скажем, там спецслужбы России специально организовывали это для того, чтобы потом обвинить Украину, обелить себя, там, заретушировать свои государственные преступления, там, массовое убийство гражданского населения в Украине и так далее, и склонить мнение общественное, мировое нас в свою пользу, ну, тогда бы они, наверное, лучше, тогда они это просто полные бездари, потому что ничего они в этом смысле, так сказать, не могли, какого-то серьезных каких-то аргументов представить не могли. И потом, Гел, понимаешь, дело в чем, что никто же вообще уже не верит ничему, что говорят в Кремле. Все уже убедились. И там, во время выступления Лаврова люди покидают зал. Да, потому что они уже это вранье, эту ложь и так далее слышать не могут уже. Поэтому вот такими актами пытаться убедить внешнюю аудиторию в чем-то, это очень труднодостижимая, невыполнимая практически задача. А для того, чтобы в этом убедить внутреннее свое население, свою аудиторию, то зачем такие экстремальные меры какие-то надо было предпринимать? Там же полностью манипулируется все общественное мнение, и промывание мозгов идет полным ходом, мы это все видим. Там для этого смысла там не было никакого. Поэтому мне кажется, что там организовали это ФСБ, или это не организовали ФСБ, а воспользовались тем, что другие это организовывали, но какие-то части ФСБ против других частей использовали это для того, чтобы усилить собственное влияние в Кремле, около Кремля, вокруг президента России и так далее. Вот это мне кажется, более такой убедительной версии. Хотя, говорю, что не могу претендовать на истину последней инстанции. Валер, ну вроде бы все так, но это не было направлено на то, чтобы убедить тебя или Борреля, или Урсулу фон дер Ляйен. Нет. Цель, другая аудитория, цель избирателей Трампа, цель избирателей Ле Пен, цель избирателей, то есть цель в данном случае не элита, не политики, не аналитики, которых, конечно, Россия может все что угодно сделать, но никогда ни в чем их не убедит. Цель – те простые люди, которые начнут задумываться над вопросом, черт побери, почему Украина, Россия – это внутрицивилизационный конфликт. Тут нас собирается поглотить целая цивилизация, страшный ислам угрожает христианству. И именно вот люди, которые мыслят в этих категориях, чтобы они усилили давление на своих политиков. Но даже не в этом дело. Могли три таджика устроить то, что устроили? Вот вопрос. Три, потому что четвертый снимал. Ну, Гел, для того, чтобы там расстрелять 140 человек и поджечь, ну, наверное, достаточно там 18 минут и трех человек, если ты там с автоматическим оружием стреляешь в толпу. Вот. Явно недостаточно. Почему недостаточно? Специалисты говорят, что недостаточно. Ты считаешь, что там было не три человека, а там было больше, и этих других, больше, которые расстреливали людей, мы просто не знаем, кто они такие. Я считаю. Валер, я так считал. Пока мне просто не сказали, что, Гел, но обрати внимание, что и этих таджиков там вообще не было. Были совсем другие люди. Но, ладно, думаю, что... Если там были совсем другие люди, это опять же означает то, что этого не могло произойти без силовых структур России. Конечно. Но это не означает, что это не проявление внутренней борьбы между различными группами силовых ведомств внутри или между ними.
И эта версия мне, ну, опять же, кажется бы... Потому что если бы это было все скоординировано из одного центра, мы получили какую-то более стройную, удобоваримую версию, вокруг которой бы потом строилась бы очень серьезная пропаганда. Вот. А мы что, такие, мы наблюдаем что? Какие-то там неубедительные, там какие-то эти самые, что украинцы это организовали, ничем не подкрепленные, никаких... Нет, ну украинцы что организовали, в это никто не верит, даже, Блумберг правильно написал, даже в Кремле. Не все знали, не все знали, конечно же. Ну, посмотрим. В конечном итоге, я думаю, что мы обязательно будем следить, потому что я считаю, что в каждой новости важна не новость, а постновость. Когда уже ты анализируешь по факту, что произошло. И это очень важный момент. Да, теперь вопрос следующий. А что из этого из всего получится? Ведь абсолютно очевидно, организовали это какие-то структуры, является ли это борьбой за внутри силовых структур России, этот теракт, или это координированный теракт от центральной российской власти, от серийного убийцы. Так или иначе, обязательно последуют внутренние репрессии, усиление репрессивного режима в России. Это обязательно. И второе, так или иначе, последуют определенные изменения и во внешней политике. У меня к тебе вопрос. Что мы в данном случае? Как это вообще, как изменится внешняя политика России? Тренды. И потом уже поговорим о нашем регионе. Ну смотри, во-первых, в любом случае репрессии должны быть. Потому что кто бы и как бы это ни организовал, в одном, я думаю, мы все сходимся в одном мнении, будь то там российские какие-то там эти представители. В общем, кто бы... Это провал российских спецслужб. Потому что когда у тебя на глазах практически убивают 150 человек и поджигают, обваливается кровля и так далее. Когда, террористы покидают здание, объект террористической атаки, уезжают, и еще там более одного часа никто не входит туда, в это помещение, а люди там раненые. В течение этого одного часа, ты представляешь, сколько человек можно было спасти? Даже от потери крови там люди, наверное, умирали из этих 140 или 150 человек, часть можно было спасти, если бы там вовремя вошли спецназовцы, а за ними доктора и так далее. Потому что доктора не входят до спецназовцев, они входят только после того, когда там какие-то минимальные условия безопасности обеспечены. Поэтому в любом случае репрессии мы должны увидеть, потому что кто-то должен из этого, из-за этого быть наказан. Да? И вот когда мы увидим, кого накажут, мы поймем, кто в этом проиграл. И когда, в результате наказания каких-то людей, на их места придут другие люди, да, вот эти люди, скорее всего, и воспользовались этой ситуацией для того, чтобы укрепить собственное влияние и позиции. И это, мы будем наблюдать, потому что если никого не накажут, это будет очень нелогично дело, да, значит, получается, что, можно в столице государства осуществить теракт, убить там 150 человек, и в этом, оказывается, никто не будет виноват. И это получается, что системы безопасности Российской Федерации просто не существует. А эти люди все есть. Есть и ФСБ, и Нацгвардия, и МВД, и там разведки, контрразведки. Я не знаю этих силовиков, наверное, причем там на квадратный километр там, в Москве этих силовиков больше, чем в любой отдельно другой взятой столице любого государства, я так подозреваю, да? Плюс Мишустин со всеми этими его камерами, там, которые все отслеживают и так далее. Да и все это что? Все это бесполезно оказывается, потому что, несмотря на все это и на огромные ресурсы, которые на эти системы тратятся, можно просто зайти, 150 человек расстрелять, выйти и уехать. Да, еще отдельная история с этими таджиками или кто они там такие были. Если кто-то из них смотрел какую-то хотя бы одну серию, как в сериале «Родина», и там любого другого сериала такого. Да не смотрели, Валя. Да. Это ясно, что надо было просто не садиться в эту машину, а там выйти и разойтись по разным станциям метро, там куда-то уехать, это самое, и
и спрятаться куда-то там, это залечь и там или что-то, или, по крайней мере, машину поменять, да, вот. Поэтому, да, ну, кто в результате этого террористического акта, чьи позиции усилятся, чьи позиции рухнут, да? Кстати, вот анализ вот этой постситуации, когда мы увидим, так сказать, это наказание там и вот эти все перемещения, связанные там с этим наказанием, это тоже даст серьезную почву для размышлений. Теперь по внешней политике. А что может поменяться во внешней политике Российской Федерации? Что они откажутся от того, чтобы захватывать Украину? Нет, ну, конечно, нет. Я про другое. Про внутреннюю я скажу тебе, что это награждение непричастных и наказание невиновных. Хотя прошла неделя, Валер, заметь, прошла неделя, никаких выводов, оргвыводов мы вообще не видим. Посмотрим, что будет дальше. А по внешней политике... Нет никаких выводов, потому что продолжается эта внутриковерная борьба, и никто не убедил президента Российской Федерации, что он прав, а другая сторона виновата. То есть они, получается, что это где-то равновесные какие-то силы, ну, равного потенциала, которые пытаются сейчас убедить президента Российской Федерации в собственной правоте и в том, что виновата другая сторона. Поэтому не было 19 часов выступления, и потом прошла неделя, и поэтому никто никого пока не наказывает. Хотя, ну, я говорю, что это полный бред. Если никто не будет наказан, это получается, что вообще системы безопасности, в которые вкладываются такие средства, вообще не существуют, не действуют. И никто за это не... Ну, как это может такое быть? Да? Мне трудно это себе представить. Я же тебе сказал, главное во время следствия не выйти на самого себя. Или на часть самого себя. Лазарь Моисеевич сказал... Это не просто так. Значит, да, был такой деятель. Но я тебе скажу по поводу внешнеполитических трендов. Мне очень интересно, какова будет риторика России вот сейчас по отношению к тому, что они хранители традиционных ценностей, и то, что вот на Западе именно Россия спасает Запад. Ведь это же их фишка. Что они и есть европейцы, они спасают Запад от либерализма коварного, который вступил в союз с ИГИЛ и украинцами. Вот такая вот конструкция у них, видишь? Ну и сейчас что, ты хочешь, чтобы я начал опровергать эту конструкцию? Нет, я не хочу, чтобы я знал, что ты не опровергаешь, я не будешь опровергать эту конструкцию, и не потому, что ты в нее веришь, а потому, что это бред. Хотя... Да. Хотя многие верят во все это и даже считают вообще это результатом заговора масонов и патиссонов. Ну хорошо, ну ладно. Что у нас в это время происходит? А у нас в это время происходит следующая штука. У нас в это время происходит то, что Армения и Хикмет Гаджиев сегодня заявил о том, что Армения и Азербайджан как никогда близки к миру. Неожиданное заявление для тебя. Гела, значит, я уже ничему не буду удивляться, потому что у нас были очень неожиданные повороты в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Были очень неприятные сюрпризы, были очень приятные сюрпризы. Но к приятным сюрпризам можно отнести вот ту договоренность между администрациями правительства Армении и президента Азербайджана, которые относились там к климатической конференции, к там, передаче пленных, совместному обращению там, Армении и Азербайджана к странам Юго-Восточной Европы и так далее. Вот, и там региональный ракурс. Вот, потом оптимизм, порожденный дипломатическим двухраундовым марафоном в Вашингтоне. Потом неуклюжие действия Франции в связи с этим заморозка этого процесса, который на короткое время. Потом опять встречи министров иностранных дел. А теперь вот заявление. То есть у меня такое ощущение, что несмотря на все эти американские горки вверх-вниз, все равно продолжается какая-то вот такая системная
системная работа между соответствующими делегациями Армении и Азербайджана, в результате которой все-таки мы там, может быть, небольшими шагами, но приближаемся к какому-то вот этому мирному завершению этого мирного процесса, извините за тавтологию, и подписанию этого договора. Вот. Судить в деталях очень тяжело, потому что мы же не видим на самом деле, как... И понятно, что мы не видим. Да, эти люди, которые сейчас ведут переговорный процесс, они взвалили на свои плечи очень большую ответственность. Да? У них, у этих людей очень много врагов, и в собственных столицах тоже, включая в собственные столицы, не говоря уже, так сказать, о других местах. Ну, поэтому мы просто сейчас вот наблюдаем за этой ситуацией. Я это смотрю с точки зрения возможностей способствования этому процессу Грузии, моей страны. Да? С этой точки зрения, наверное, правильно было, что там новый премьер-министр сначала посетил с визитом Азербайджан, потом с небольшим перерывом посетил с визитом Армению. Значит, далек от мысли, что это там способствовало как продвижению и так далее. Может, да, может и нет, а может и вообще об этом нет смысла говорить. Но то, что ты вот упомянул сейчас, значит, заявление, значит, уважаемого помощника президента Азербайджана, ну, как, нам остается только приветствовать это и надеяться на то, что действительно мы скоро выйдем на финишную прямую. Несомненно, и я буду очень рад, если оптимистическое достаточно заявление Хикмета Гаджиева, оно, в общем-то, оправдается, но опять-таки близки, но тут же он добавил, что есть силы, которые мешают этому. И вот ты понимаешь, в чем дело? Я не знаю, имел ли... А? Да-да, понятно, что силы есть. Они есть, кстати, везде. Они есть и в Ереване, они есть и в Баку. И Москва – это, само собой, сила, которая вообще не заинтересована в этом. Вот. Не заинтересованы и многие другие. Можно... Да, есть такие силы, с этим вполне можно согласиться, потому что многие связывают, значит, рассматривают подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. И, значит, формирование здесь на Южном Кавказе, значит, климата доверия, стабильности там и раскрытие возможностей для экономических связей, транспортно-коммуникационных там каких-то артерий и так далее, воспринимают это как повышение там, само собой, да, это будет повышение конкурентоспособности региона Южного Кавказа в системе международных отношений. И это воспринимается многими как вызов собственным интересам, потому что никакой конкуренции они в связи с этим представить собственными ресурсами не могут. Правильно, значит, поняли меня, я надеюсь, наши зрители, что я имею в виду в данном случае Россию, прежде всего. Хотя это не только Россия. Да? Вот. Но нам свое делать. Да? И Армении с Азербайджаном, прежде всего, здесь делать свое. И просто надо исходить из собственных интересов. А собственные интересы, по большому счету, Армении и Азербайджана, если приподняться над вот текущей ситуацией, да, и текущими противоречиями, собственные интересы, если мы, они интегрированы в плоскость общерегиональных интересов Южного Кавказа, они друг другу не противоречат. В конечном итоге, например, ну у нас какая философия у нас, да, у нашей страны во взаимоотношениях с Арменией и с Азербайджаном? Да? Нам нужен сильный Азербайджан. Сильный, процветающий, значит, экономический, там, со своими ресурсами и так далее. Нам нужен, это наша опора, наша безопасность. Точно так же, как и нам нужна сильная, процветающая Армения. Потому что у нас будет два сильных, значит, соседа, с кем у нас будут добрососедские отношения, и на ресурс которых мы всегда можем положиться, значит, если нам будет тяжело. И то же самое эти страны в отношении, и то же самое должно быть в отношениях между Арменией и Азербайджаном. К этому состоянию мы обязательно придем.
Да? Просто, ну, понятно, что это непростой процесс, потому что шлейф очень тяжелый у нас. Да? Но все равно мы, вот, видишь, пробираемся как-то через эти тернии. Да, и обязательно найдем свою дорогу к звездам. Я убежден. Я тоже в этом абсолютно уверен. Вопрос, когда, и я тебе скажу честно, есть замечательная инициатива твоего друга, кстати, Татула Манасиряна, который сказал о том, что почему бы нам тоже не внести свою лепту, почему бы нам тоже не говорить уже не о том, что постфактум существует, то, что вот оценивать те события, а вместе не подумать даже в режиме публичных бесед о том, что можно сделать для того, чтобы связать экономически, связать общим интересом все три республики. Я думаю, что это замечательная инициатива, я надеюсь, вот прямо здесь в эфире говорю, что ты ее поддержишь. Да, ну, во-первых, я очень уважаю Татула. Это мой старинный друг, так сказать. Мы друг друга знаем еще со времен учебы в Киевском государственном университете. Вот, я очень ценю, значит, его видение, это его опыт, его знания и так далее. Я с удовольствием приму участие вместе с ним. Я думаю, что такие, ну, сначала можно начать с каких-то двухсторонних форматов, да, например, Татула со мной, там, или потом, может быть, моего эфира с кем, ну, с уважаемым представителем Азербайджана. Я думаю, что у нас с тобой очень здесь выбор есть. Мы этим гордимся, да, и в Армении, и в Азербайджане. А потом, почему бы не перейти к трехстороннему формату? И в трехстороннем формате попытаться что-то предложить такое нашим правительствам, там, которое может быть нам или может быть полезно, или может быть сначала бесполезно, но потом как-то вот это придет там более какую-то реалистичную плоскость. В общем, очень хорошая идея. Я думаю, что давай даже можно будет на следующей неделе прямо организовать такого рода эфир. Надо, и вообще правильно это, да, надо искать новые формы. Значит, мы уже вышли на какой-то уровень. Поздравляю всех, значит, нас и твоих соведущих всех, и наших зрителей с тем, что мы перешли этот барьер 75 тысяч подписчиков. Вот. Да, ну, надо двигаться дальше, искать новые формы. Я думаю, что это очень-очень интересная идея. Давай подумаем над ее реализацией. Обязательно, Валер. Ты знаешь, мне часто говорят, что, мол, хорошее дело мы делаем все вот здесь на канале. Хорошее, но я чувствую, что мы как бы идем вслед за событиями. Ну, у моих соведущих такой огромный опыт. Вот если сложить ваш общий опыт, да, ваш общий опыт, вот представь себе на секунду, синергия вашего опыта в международных отношениях, в дипломатии, в экономике, во всем, то это громадный интеллектуальный потенциал, который, я думаю, ну не только здесь, но здесь, скажем так, это две затравки, а потом уже более серьезные вещи, конечно, и можно и писать, и нужно, и в рамках центра нашего, и в рамках других организаций. То есть тут поле для деятельности достаточно большое. Но в каждой бочке обязательно меда, обязательно должна быть ложка дегтя, да? Я уже привык. Извини, Валер, не хотел, действительно не хотел. Опять кто-то флаги неправильно поставил. Ну, флаги, бог, добро бы флаги бы неправильно поставили. Вопрос в том, что 5 апреля, вот мы с тобой сегодня записываемся, на следующей неделе мы уже будем записываться после этой встречи, я думаю, что мы уже будем знать результаты. Состоится встреча премьер-министра Армении с Урсулой фон дер Лейен и Блинкеном. Госдеп, значит, и представитель Еврокомиссии. Это пятница, да. 5 апреля, и эта встреча состоится в Брюсселе, насколько я понимаю. В Брюсселе, да, это в пятницу. Кстати, на пятницу мы подготовили для наших зрителей сюрприз. Я не буду его озвучивать пока. Увидят все в пятницу следующую. А вот, и понимаешь, чем дело? Я когда услышал, я вроде бы как подумал, что, наверное, это очень хорошо, потому что это, может быть, большим шагом по отрыву, это очень тяжело, по отрыву Армении от России.
Но было заявление МИД Азербайджана, в котором была выражена очень серьезная озабоченность. Озабоченность, очень напрягся Азербайджан. Напрягся, потому что фактически речь идет о том, что без мирного договора вот эти все движения фактически направлены на то, чтобы это может отсрочить мирный договор. У меня вопрос к тебе. Насколько серьезные опасения Азербайджана, они существуют, они очень серьезные. И что нужно сделать Еревану, чтобы их развить? Тяжелый вопрос, знаю, да, но извини, у меня легких не бывает. Тяжелый вопрос. Значит, смотри. Значит, во-первых, я думаю, что есть каналы коммуникации у Баку, собственные каналы коммуникации, и с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, и с Госдепартаментом США. Если с Урсулой фон дер Ляйен, это прямые контакты, потому что, значит, после, ну, очень важного визита Урсулы фон дер Ляйен в Баку, значит, это было в июле 22 года. Значит, у них сложились, кроме всего прочего, насколько можно было прямо увидеть из совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана, госпожей Урсулой фон дер Ляйен, у них сложились очень хорошие личные взаимоотношения. Значит, я имею в виду господина Ильхама Алиева и госпожу Урсулу фон дер Ляйен. Поэтому этот прямой канал коммуникации у Баку есть. Что касается канала с коммуникацией, значит, с Госдепом, недавно господин Боно встречался с Байрамовым. Ну и кроме этого, запасной канал коммуникации через Хакана Фидана, который ездил в Вашингтон. И там обсуждал, кстати, с Энтони Блинкеном процесс Азербайджана-армянского мирного урегулирования. Поэтому я думаю, что тут, в ожидании этой встречи 5 апреля какие-то позиции можно было бы прояснить в контексте, значит, консультации в двухстороннем формате между Баку и Брюсселем, Баку и Вашингтон. Значит, как может Ереван нивелировать опасения Баку? Ну, через каналы, там даже неофициальные двухсторонних контактов. Вообще, я уверен, что есть какая-то линия коммуникации между Баку и Ереваном. Я так думаю, обязательно будет эта линия, потому что, ну, договор, по крайней мере, мы наблюдаем в двух плоскостях. Даже в трех. Да? Это Министерство иностранных дел, это вице-премьеры по переговорам по делимитации и демаркации. И, как оказывается, это еще линии между администрациями президента Азербайджана и премьер-министра Армении. И, кстати, вот это последнее, ну, по результатам, по значимости, получается, она самая действенная, потому что самый лучший результат выдала вот это, именно эта линия взаимодействия между администрациями президента и премьер-министра. Вот. Через эти там или другие еще, может быть, какие-то еще линии коммуникации, я думаю, что Ереван вполне мог бы снять какие-то опасения, которые могут возникнуть у Баку в ожидании встречи 5 апреля в Брюсселе. И в этом, я думаю, заинтересованы не только азербайджанские дипломаты, в этом заинтересованы и армянские дипломаты, потому что в конечном итоге целью обеих сторон является подписание мирного договора. Насильно подписать мирный договор, значит, не может заставить никто. Ни армянскую сторону, ни азербайджанскую сторону. И привлекать, аккумулировать там собственную поддержку и там форсировать какое-то давление через какие-то третьи страны друг на друга, там, ну, например, там, Азербайджан с помощью Турции на Армению или там Армения с помощью Брюсселя на Азербайджан, это очень бесперспективные и контрпродуктивные. Значит,
успешная встреча господина Никола Пашиняна в Брюсселе с госпожой Урсулой фон дер Ляйен и Энтони Блинкеном будет тогда, когда эта встреча реально будет способствовать продвижению мирного процесса. А реально она будет способствовать продвижению мирного процесса только тогда, когда в этом процессе себя комфортно будет ощущать Азербайджан и не будет чувствовать каких-то подводных там, камней, там, течений и так далее. Да? Вот. Поэтому ну, сейчас много есть способов. Заявлена позиция, насколько я понимаю, с одной стороны, что будет встреча, а с другой стороны, значит, заявлена позиция Азербайджана, что это вызывает определенные беспокойства. В том, чтобы снять эти беспокойства, заинтересованы в данном случае, там, должна быть заинтересована не только азербайджанская, но и армянская сторона. И Вашингтон, и Брюссель тоже, иначе зачем они? Ты знаешь, был, Вашингтон, я не знаю, видел... Брюссель тоже, я говорю, что ну, могут, эти позиции могут быть доведены до Баку, и из Брюсселя, из... Ну, например, и в преддверии встречи, и сразу после встречи, да, вполне там, в конце концов, есть посольство Азербайджана в Брюсселе, да. Урсула фон дер Ляйен может встретиться и до, и после, а еще лучше, если и до, и после с послом Азербайджана и там рассказать о том, на самом деле, там, что есть, что скрывать здесь. Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кстати, я уверен в том, что ее переизберут на второй срок, и она будет там следующие 4 года тоже быть, она будет президентом Европейской комиссии, она довольно успешная на этой должности, поэтому, значит, это тоже важный фактор. Да? Но у Урсулы фон дер Ляйен свои интересы из Баку. Да? Это стратегическое сотрудничество в области энергетики, в области транспорта, в области вот чистого там чистой энергии, там, подводный кабель и так далее, да, есть много, и она заинтересована в том, чтобы поддерживать откровенный такой плодотворный диалог с Баку, она это не раз демонстрировала, поэтому я, честно говоря, думаю, что найдут возможности в Брюсселе и в Вашингтоне, значит, так провести эту встречу и после этой встречи так себя ну, так себя позиционировать, чтобы это было, значит, на пользу минному процессу, а не там осложняло. Да, я тоже думаю, что это крайне важно. Ты знаешь, я не знаю, видел ты или нет, с Олегом Кочиняном у нас была очень интересная беседа, где мы разбирали, значит, Айрай, результаты исследования Айрай в Армении. И там очень интересный момент. В перечислении главных задач, которые необходимо решить правительству Армении в ближайшее время, в ближайшие 6 месяцев, 5 первых задач, связанных с вопросами безопасности страны. А безопасность страны, самый и единственный путь достижения безопасности – это мирные конструктивные отношения с Азербайджаном и Турцией. Я думаю, это очевидно. Слушай, ну вот я с тобой вполне согласен, просто попытаюсь это подтвердить еще и теми небольшим анализом, который я вот буквально на этих днях, я посмотрел, значит, статистические данные азербайджанских источников, армянских и грузинских по поводу там внешнеторгового оборота странных, так сказать, главных внешних партнеров и так далее, и их участие там в международном разделении труда, я пришел, вот смотри, каким там поверхностным даже первым результатом. Да? Меньше всего включена в процессы интеграционные и региональные из этих трех стран Армения. Значит, и это следующими цифрами подтверждается, что, значит, если взять соотношение торгового оборота к валовому внутреннему продукту, то в Азербайджане это где-то 67%, в Грузии где-то 73%, а в Армении это только 9%. И это, значит, прямо проистекает из того, что у Армении практически нет легальных экономических отношений с двумя из четырех своих соседей.
Ну, там какие-то полулегальные, наверное, с Турцией все-таки есть, но это такое, не очень. Теперь смотри, если взять пример Грузии, да, а, значит, Грузия по экономике, она вполне сопоставима там с Арменией, да, на душу населения у нас один и тот же ВВП там. Примерно, да. Чуть-чуть Армения опережает там где-то 8200, а сейчас уже Грузия опережает, Валер. По последним данным уже Грузия. По последним данным уже Грузия опережает. Значит, дело там, ну, там Мировой банк дает одни цифры, там IMF дает другие. Я больше склоняюсь там к данным IMF. Там чуть-чуть опережает Армения. Но не это сейчас, не в этом дело. Там, значит, у нас где-то 30 миллиардов, у Армении 25 миллиардов ВВП. Да? Но из нашего внешнеторгового оборота, да, значит, где-то из, получается, 6,15, да, где-то 21 миллиард у нас торгового оборота. Из этого 21 миллиарда, значит, 3 миллиарда у нас торговля с Турцией и 1,5 миллиарда у нас торговля с Азербайджаном. То есть 4,5 миллиарда торговли Грузии приходится на Азербайджан, на Азербайджан и Турцию, да? А сегодня там внешняя торговля Армении это 2 миллиарда. То есть в результате там, если представить себе, что тут мирный процесс, открытие коммуникаций, торговля и так далее со всеми партнерами, то раза в три где-то может сразу увеличиться внешний торговый оборот Армении. И эта цифра там, о чем я говорил тебе, там 9, да, процентов, она сразу превращается там где-то по 30, 27-30%, что гораздо более, так сказать, ну, совсем-совсем другой уровень. То есть я что этим хочу сказать? Что, значит, безопасность страны, в том числе и экономическая, и финансовая, торгово-экономическая, энергетическая и так далее, она не может рассматриваться в отрыве от безопасности соседей и общей региональной безопасности регионов, в которых, собственно, эта страна живет. И это относится ко всем, это относится и к Армении, и к Грузии относится, к любой стране это относится. Да? И к этому надо обязательно идти, альтернативы здесь нет. Либо это все будет добываться очень тяжелым какими-то лишениями и так далее, либо это будет естественный процесс, в котором безопасность, благосостояние, перспективы развития, они будут синергированы между соседними государствами и, в общем, дадут кумулятивный эффект общему, значит, к общей выгоде всех участников процесса. Ну, ничего, собственно, нового я сейчас тебе не сказал, просто это еще раз подтвердилось вот анализом тех цифр по 2023 году, которые я, значит, посмотрел по данным статистики Грузии, Азербайджана и Армении. Валера, ты не сказал ничего нового, но ты сказал очень важную вещь. Кстати, статистика для... Это очень важно и для наших зрителей, я думаю... Мы не часто их балуем статистикой, и думаю, что зря мы это делаем. Нужно почаще баловать их именно статистикой, потому что нужно опираться на конкретные цифры, на конкретные факты, а не на общие рассуждения. Ну, я продолжу твою тему. Значит, вот буквально вчера, если я не ошибаюсь, МИД Армении выразил недовольство тем, что Азербайджан мешает Армении подключиться к этому проекту чистой энергии, то есть кабелю и так далее. Но опять-таки здесь тоже решение очевидное. Опять-таки это зависит от мирного процесса. И я скажу так, что это синергия будет. Это же не будет только на пользу, например, Армении. Это будет очень на пользу Азербайджана. И я уверен, что это будет очень на пользу Грузии. И подключение Армении к региональным проектам, и подключение к региональной внешней торговле. То есть расширение региональной внешней торговли. Это... Я думаю, будет Грузии будет это полезно, и Азербайджану будет полезно, хотя бы с точки зрения того, что это повысит уровень доверия со стороны Армении и Грузии к Азербайджану. С одной стороны, Армения будет ощущать себя гораздо более комфортно, а если твой сосед ощущает себя комфортно, то это значит в копилку и собственной твоей безопасности тоже. Но в данном случае, да, значит... Понятно, что у Азербайджана собственный интерес. Этот проект, который, кстати, был заложен, вот основа этого проекта была заложена именно
во время того вот визита госпожи Урсулы фон дер Ляйен в Баку, о котором я сейчас сказал. После этого было подписание на уровне премьер-министров, там 5 премьер-министров в присутствии европейского комиссара по энергетике подписали его в Констанции. Это был, это значит Азербайджан, Грузия, Румыния, Венгрия и, по-моему, то ли Сербия, да. Вот 5 государств в присутствии европейского комиссара по энергетике подписали этот договор. Теперь этот договор подписан, ну так оно получилось, что он подписан без Армении. И любой договор, который подписан, если любая страна хочет присоединиться к какому-то многостороннему формату сотрудничества, то для этого нужно согласие всех участников этого процесса, да, которые подписали этот договор. Это, ну, это такая дипломатическая, там, понятно, это самое. Кстати, я думаю, Армения могла бы об этом позаботиться, ты знаешь, когда? Когда вот этот очень хороший документ, на который мы ссылались все время между администрациями по поводу поведения климатической конференции и так далее, да? Вот когда велись переговоры по этому документу, вот тот документ в какой-то степени или как-то, или так, или сяк, в общем, надо было заложить мысль о том, что вот стороны рассмотрят там... Они же нашли в себе силы совместно обратиться к группе Юго-Восточной Европы, стран Юго-Восточной Европы, с тем, чтобы они поддержали, значит, совместную армяно-азербайджанскую инициативу по проведению климатической конференции COP29 в Баку. Да? Вот, они могли там, если бы там, я думаю, это прошло тогда не пришло в голову, там, переговорщикам с армянской стороны, но они там могли бы каким-то образом этот проект упомянуть. Да? Но я тебе скажу, что, ну, сейчас, ну, там, во-первых, там, смотри еще, как, там вообще и технические вопросы могут возникнуть, потому что этот кабель же, он не безразмерный. Прежде всего, понятно, что, значит, по этому кабелю будет транспортироваться энергия и из Баку, там, из Азербайджана и из Грузии. У Грузии, кстати, появились в связи с этим новые возможности, потому что там в прошлом году Грузия стала нетто-экспортером электроэнергии на около 100 миллионов долларов США. Теперь, я еще не знаю технические параметры этого кабеля, да, и сколько там гигаватт, мегаватт или там каких-то, ну, в общем, сколько энергии этот кабель, в принципе, может пропустить. И технически это может быть тоже проблемой, потому что Армения это тоже страна с плюсовым балансом в электроэнергетике, да? Она может, Армения может экспортировать, я точно сейчас не знаю сколько, но это плюсовая страна, она может экспортировать электроэнергию тоже, но насколько потенциал этого кабеля может позволить и сколько он может пропустить, это чисто техническая проблема. А главное, это политическая проблема, потому что, ну, значит, это то же самое, что, например, сейчас, если бы армянские грузоперевозчики, да, грузовладельцы, стали бы жаловаться на то, что Баку не разрешает пользоваться грузоперевозчиком из Армении железной дорогой Баку-Тбилиси-Хас. Ну да, потому что мирный процесс не завершен, так сказать, договор не подписан. Вот, и поэтому все остальные вопросы подвешиваются. Это не только делимитация и демаркация, это и участие в региональных проектах, в том числе и по кабелю, в том числе и Баку-Тбилиси-Харс, в том числе там много других. В конце концов, железная дорога есть и через Баку, которая связывает Армению там с внешними рынками. Да, потому что через Грузию железная дорога – это только до Поты. На север железная дорога блокирована, потому что она идет через оккупированную территорию, да? Да. Но через Азербайджан можно и выходить и на традиционный русский рынок для Армении. Но понятно, что никто же в Армении не задается вопросом, а почему Азербайджан не пропускает наши Грузии на Россию через свою железную дорогу? Не пропускает. Кстати, вот вопрос разблокировки коммуникаций, но это же очевидно, что
сразу же после разблокировки коммуникаций могут идти по железной дороге иранские грузы, а не только иранские грузы, но и индийские грузы, пакистанские грузы через Иран. И по железной дороге и к грузинским портам, и к турецким портам. То есть, ну, я через всегда говорю, что... Через Азербайджан и через Иран. Нет, через Азербайджан после того, как построят Решта-Стара. А тут да. Есть железная дорога через Джульфу, через Армению и так далее. Есть уже одна железная нет. дорога. Иранской железной дороги через Армению нет. Нет, смотри. Есть иранская дорога на Джульфу, на Нахичевань. А из Нахичевани есть железная дорога в Армению. А, это с другой стороны. Да, да. Понимаю. И таким образом сразу же откроется эта дорога. Там нужно очень, очень немного времени. А потом, ну, как правильно говорит Рауф Агамерзаев, чем больше дорог, тем лучше. Какие-то да, грузы пойдут так, какие-то грузы... Пойдут так. Да, чем больше дорог, тем лучше. Я вполне согласен с Рауфом. Чем больше дорог, тем лучше, естественно. Но принципом должно быть. Я думаю, что принципом должно быть то, что я вот много раз говорил, еще раз коротко озвучу. Значит, из любой точки Южного Кавказа, из одной, в любую другую точку Южного Кавказа грузы должны передвигаться свободно. По любому маршруту. Это цель. Да, и к ней надо идти не в логике там, коридорной, а в логике широкого транспортного коммуникационного сотрудничества на трехстороннем основе, на трехсторонней основе, в трехстороннем формате. Вот. И тогда весь транспортно-коммуникационный потенциал Южного Кавказа заиграет совершенно другими красками. И он получит совершенно другую привлекательность. Особенно для грузов, которые извне региона Гела приходят. А зарабатывать мы втроем больше можем именно на тех грузах, которые извне региона, через регион поступают на внерегиональные рынки. Внутренние наши перевозки, это сказать, правильно, это хорошо, это способствует там, интеграционным процессам, взаимопроникновению экономик и так далее. Это окей. Да? Но основной наш транспортный потенциал, на чем мы можем заработать, это то, что мы станем востребованной транзитным пространством для рынков Европы и Азии, для рынков Востока и Запада. Вот. И на этом мы все можем вместе заработать. А это работает только таким образом, когда мы вместе пытаемся реализовать наш общий транспортный коммуникационный потенциал Южного Кавказа. Валер, вот мы с тобой говорим уже больше часа, и я тебе честно скажу, мне даже как-то вот, я пока ты говорил, думал о том, а стоит ли мне поднимать эту тему. Думаю, ну, может быть, стоит, можно уже закончить. Ну, говорим больше часа, можно уже закончить и все. Но вот я понял, что это было бы нечестно и неправильно, если мы не поднимем эту тему. Просто если мы говорим вот Армения и Азербайджан, вопросы мира, вопросы проблематики внешней торговли, региональных проектов и так далее, то как-то даже неудобно говорить про нас и основную новость нашу. Я имею в виду это вот инициативу, законодательную инициативу грузинской мечты. Проект конституционного закона о семейных ценностях, защите несовершеннолетних. Понимаешь, в чем дело? Не надо было? Не, ну, давай уже. Ну, какое-то принесет пользу. Вот наше с тобой обсуждение этого вопроса сегодня, во-первых, не знаю, насколько это интересно нашей аудитории. Вот. Но я думаю, что это совершенно такая... Вообще, я думаю, что выдвижение этого закона и такое его педалирование правящей партии, значит, это, собственно, и эту тему, которая, ну, совершенно не актуальна для сегодняшнего грузинского общества, она, значит, пытается кто-то вынести ее как основную тему для обсуждения в обществе и так далее, когда у нас очень ясно в Конституции все прописано в этом смысле, что семья – это союз мужчины и женщины. Именно для того это было прописано в Конституции, чтобы поставить точку на этих всех, так сказать, инсинуациях, обсуждениях и так далее. Да? Теперь это пытаются представить как,
как какой-то там супер какой-то важный по поводу чего все в Грузии вообще никто в Грузии, поэтому по этому вопросу сегодня, так сказать, ну, обсуждение нигде в обществе внутри, так сказать, да, ну, когда люди собираются, о чем-то говорят, они говорят о безработице, о маленькой зарплате, о территориальной целостности, о европейском будущем Грузии и так далее. Вообще никого не интересует эта тема. Но нет, надо ее, так сказать, поднимать, как-то упаковывать. Создаются этим серьезные проблемы создаются в наших отношениях на внешней арене. Мы это еще будем наблюдать, что эти осложнения будут иметь будут иметь место быть. Вот. Но и сейчас еще, значит, подогревается это тем, что мы должны конституционные изменения. Во-первых, по грузинской конституции конституционные изменения, конституционный закон – это очень сложный процесс. Но, понимаешь, значит, должны быть конституционные изменения. И здесь у меня такое подозрение, что есть такое намерение потом тыкать пальцем, да, в сторону там каких-то политических сил, говорить, что вот они не поддерживают наши инициативы, потому что они против традиционных ценностей, на которых держится, так сказать, наша, ну, я не знаю, по-моему, традиционным ценностям грузинского общества, которое достаточно консервативно, в принципе, да, ничего не угрожает. И тем более та тема, которую сейчас пытаются поднимать вот люди, которые вот говорят об этом. Ценности, семейные ценности в Грузии, они не подвергаются никакому сомнению, никакой опасности. И я думаю, что этим надо заниматься в собственных семьях, а не делать из этого, так сказать, да, пытаться поднимать бурю в стакане воды там и что-то. Мне просто даже неинтересно, честно говоря, на эту тему разговаривать. Валер, ну тогда последний вопрос. Насколько это может осложнить наш процесс переговоров с Евросоюзом по началу переговоров о вступлении в ЕС? Нет, Гела, я не думаю, что это будет основным компонентом. Но я думаю, что вот есть такая попытка перевести стрелки на этот. Почему? Потому что основных проблем у нас три во взаимоотношениях с Европейским Союзом. Первый, прежде всего, это проведение свободных, справедливых и конкурентных выборов. И здесь грузинская мечта уже допустила серьезные ошибки, да, которые потом, как бы ни закончились выборы, да, но наблюдатели в своих отчетах обязательно напишут, что реформа избирательного кодекса, которую, несмотря на вето президента, приняла грузинская мечта, эти реформы не способствовали. Во-первых, это было против рекомендаций Венецианской комиссии и рекомендаций ОБСЕ, ДИЧ. И они никоим образом не способствовали тому, что процесс был открытый и конкурентоспособный и справедливый. Потому что я никак не могу понять, чем мог помешать выдвинутый от оппозиции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии. Если у председателя Центральной избирательной комиссии намерение провести избирательный процесс открыто, честно, справедливо и конкурентно, чем он мог помешать? Почему надо было упразднять, да, и другие, так сказать? То есть это первый компонент. Вот. Второй компонент – это судебная реформа, которая тоже может нам очень сильно повредить и помешать, потому что вот эта система веттинга, так называемый добросовестность. Да, степень добросовестности судей и так далее. Кстати, это не первая Грузия, не первая страна, где наши европейские партнеры говорят о необходимости. А почему это? Почему это? Ну, потому что нет доверия грузинской судебной системе. Гела,
Я вообще считаю, что тем, что, значит, этот судейский корпус, да, и правящая партия отказываются от этого принципа, я это рассматриваю как взятие в заложники большого корпуса честных судей, небольшой группой судей, вот этого судей, которые формируют клан влияния в судебной системе. Потому что я не понимаю, да, когда при одной и той же зарплате, Гела, значит, судьи, кто-то живет в двухкомнатной квартире в Гдане, а кто-то живет в двухэтажном особняке, значит, Табахмела, да? Я не понимаю, почему у меня не должны возникать вопросы. У меня возникают, как у гражданина и налогоплательщика этой страны, вопросы, да? И я вижу, что у нас гораздо больше честных судей, которые пытаются свое дело делать в соответствии со своими профессиональными предпочтениями, своими стандартами и принципами, чем тех людей, которые, понимаешь, не могут объяснить, откуда вот эти миллионы их, у них появляются и откуда вот эти все роскошные виллы, там это самое, собственность и так далее, откуда все это они получают. Если, и что им, собственно, в этом процессе скрывать. Да? Да. Вот это второй компонент, который нам очень может повредить. И третий компонент – это поляризация общества. И, ну, сегодня сейчас, конечно, оппозиция, значит, кивает в сторону правящей партии, что они виноваты. Вот правящая партия в сторону оппозиции, что они виноваты в поляризации. Но Гела, в каждой стране основную ответственность за то, что происходит в стране, несет правительство. И правящая партия просто потому, что у них все рычаги власти в руках. Да? И, к сожалению, та лексика, значит, то позиционирование, которое избрала для себя правящая партия и правительство в отношении оппозиции и так далее, не дает никаких оснований думать о том, что они искренне стремятся к деполяризации. Вот эти три компонента, вот они прежде всего нам могут повредить. Теперь, во всех этих трех компонентах, по крайней мере до сих пор, и в соответствии с теми аргументами, которые я постарался привести, видно, что правящая партия и правительство не идут ни на какой компромисс. Я думаю, именно с этим связано то, что они хотят вынести там как предмет главного обсуждения вот эту тему ЛГБТ в обществе для того, чтобы... Но эта тема, она не заменит несправедливой системы выборов, несправедливой судебной системы, не вот этого деполяризации, да, ну еще можно деолигархизацию к этому тоже привести и так далее. Да? Это не заменит это. Главное, нас вот по этим компонентам будут оценивать, да. А теперь мы сейчас потеряем уйму времени, ресурсов для того, чтобы обсуждать этот ЛГБТ, там, должны ли мужчины друг с другом обниматься, когда они встречаются, там, или что это, как это должно пройти. Мужчины друг с другом обнимаются на Кавказе тысячи лет. Когда встречаются. Да, 10 лет обнимаются. То есть мы потеряем уйму времени на вот это ломание этих копий, когда у нас, ну хорошо, да, это тоже важный вопрос, хорошо, предположим. Но у нас есть гораздо более важные вопросы. Ну, занялась бы правящая партия еще и тем, чтобы привести в соответствие, например, собственные решения в области внешней политики, большей синхронизации к решением Европейской комиссии в области безопасности и внешней политики. Это, кстати, тоже один из этих 9 вопросов. Сейчас вот наши стажеры, там, я с ними работаю, они занимаются анализом как раз этих данных. Скоро мы выстроим эти диаграммы, и на этих диаграммах будет видно, там, это диаграммы, там, вот это ассоциирование там, Украины, Молдовы и Грузии, с внешнеполитическими решениями комиссии и решениями в области безопасности. Вот эти диаграммы мы построим, и будет видно, да, где каждая из этих трех стран. Вот это проблема. Да? И те, которые я перечислил. А, ну, ЛГБТ, да, это проблема, ну, хорошо.
Да, но в основном-то у нас конституционный ответ на этот вопрос уже есть. Конституцию надо читать, нашу конституцию, да, там все понятно. Теперь там эта пропаганда в школах, кто мешает в школах, кто утверждает учебные пособия? Министерство образования утверждает учебные пособия, да? Ну, утвердите учебные пособия таким образом, чтобы там не было пропаганды ЛГБТ. И вообще не нужно ничего нигде пропагандировать. Да, Грузия – это консервативная страна со своими традиционными ценностями. Что не означает, что люди должны быть лишены основных прав человека, базовых прав человека, право на высказывать свою позицию, право на проведение демонстраций, право на свободу эфира, там, я не знаю, Гениальную формулу Мамука один раз предложил. ЛГБТ-сообщество может проводить акции в защиту своих прав, но не может проводить акции, пропагандируя ЛГБТ. Слушай, чего сказал, сам понял. Значит, люди имеют право защищать собственные права, да? Потому что каждый человек имеет собственные права, которые гарантированы Конституцией. Да? Конечно. Вот. Но, кстати, тогда в своем первом комментарии, очень рациональный комментарий по этому поводу дал и новый премьер-министр Кобахидзе. Он сказал, что все эти законодательные инициативы, которые будут представлены, они никоим образом не должны ущемлять прав человека, которые у нас очень хорошо прописаны, даже, по-моему, он сказал во второй главе, в общем, Конституции. Он лучше меня знает гораздо, потому что он конституционалист и сам писал эту Конституцию во многом. Да? Да, основные базовые права человека не должны быть ущемлены. Просто понимаешь, что дело в чем? Дело. Я все больше и больше убеждаюсь, что, значит, представление наших властей о стандартах поведения, значит, и о принципах, да, они становятся все более и более несовместимыми с европейскими принципами и стандартами поведения. И это меня очень беспокоит, потому что тогда у нас очень мало шансов остается на то, чтобы приблизиться к Европейскому Союзу. И, к сожалению, подтверждением этому факту являются и последние заявления спикера нашего парламента, господина Папуашвили, который, значит, в своей риторике, в своей лексике и так далее, в своем отношении к нашим партнерам, да, к послам, в том числе и к послу Европейского Союза, господину Павлу Херчинскому, он допускает совершенно непринятые международной практики слова и выражения, да? Ни по конструкции, ни по содержанию. И пытается, и при этом либо намеренно, либо специально, либо по незнанию допускает очень грубые ошибки. Да? Например, называя Нидерланды Голландией. О чем говорили? Конкретно сказала эта страна, что мы Нидерланды, Голландией нас не называйте, потому что Голландия это только провинция. Нидерландов. Это все равно, что Грузию назвать Эмирети. Понимаешь? Ну да, есть там и Зеландия, например, и другие, да. Или, например, да, когда он говорит, что у нас не будет здесь ни польских, ни голландских, ни литовских экспертов, да. Он должен знать, что Грузия подписала двухсторонний договор с Литвой. И теперь это не Литва грузинская. Литвели эксперт, не Литвели, Литувели, Литува это. Точно так же, как мы для наших партнеров из Литувы, мы теперь Сакартвело. Да, на грузинском и литовском языках это звучит так. Если бы он бы это сказал на русском, не было бы претензий. На русском это звучит так. Да, но он сказал это на грузинском языке. Да? И теперь вывод, да, который я хочу сделать. Мы платим зарплату председателю парламента для того, чтобы он нас сближал с Европой, а не отдалял нас от Европы. Потому что это во-первых, это наш заказ. Во-первых, это, во-вторых, это, или, может, во-первых, это конституционная его обязанность.
соответствии с 78-й статьей Конституции. И в-третьих, мы, для нас очень большая роскошь для общества Грузии, для грузинской общественности, иметь председателем Верховного Совета человека, который не может вести переговоры с Брюсселем, со своими коллегами, потому что от его позиции во многом зависит успех нашего приближения к Европейскому Союзу. Мы такой роскоши лишены, потому что у нас очень мало времени, а сделать нужно очень много. И поэтому нам нужно заниматься не переливанием из пустого в порожнее, обсуждая какие-то второстепенные вопросы. Нам нужно концентрироваться на тех вопросах, от которых действительно зависит наше приближение к Европейскому Союзу и перспектива открытия переговоров по членству в конце этого года. Да, я вижу, Валер, что наболело, но я хотел бы закончить вот эту программу на хорошей ноте. А знаешь, на какой хорошей ноте? На одну ночь мы все-таки преодолели поляризацию. Это была ночь, когда сборная Грузии, вечер-ночь, когда сборная Грузии вышла на чемпионат Европы. Мы увидели единство общества, когда все в стране были счастливы, без исключения. Да, мы увидели, что нас очень многое объединяет, гораздо больше, чем нас разъединяет. И, кстати, не будем сейчас в эту бочку меда, добавлять ложку дегтя для некоторых представителей, наших политических элит. Но я думаю, что все, кто внимательно смотрел и наблюдал и участвовал в этих событиях, он каждый сделает собственные для себя выводы. Да? Очень хотелось бы этого. Но согласен с тобой, что эта ночь нас всех, это 26 марта, нас всех объединило, да, и дай бог, чтобы это был первый шаг по членству Грузии в европейской семье. Как минимум, это уже большой шаг, как видим, в футболе. И не только для нас, для всего региона. Это первая команда из региона, которая попала в топовый турнир. И это очень здорово. И мне очень приятно, кстати, получать поздравления от наших Да, от наших соседей. Армянских и азербайджанских друзей. Большое им за это спасибо. И я с большим удовольствием в будущих чемпионатах Европы хотел бы видеть, чтобы все наши три страны были представлены на чемпионате. А втроем поедем. Втроем поедем. Может быть, сыграем потом. Где-нибудь в четвертьфинале или в полуфинале. Помечтаем. Валер, давай не будем так далеко заходить, но втроем, чтобы поехали, уже хорошо. Огромное тебе спасибо за очень интересную беседу. И огромное спасибо всем нашим друзьям за то, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. До встречи, Георгий.